В России проиндексировали социальные доплаты к пенсии. Срок реализации поправки в законе до 1 июля, но в Тюменской области это планируют сделать уже в мае. Для страховой пенсии индексация составила чуть более 7%, а для социальной – 2%. Напомню, что расчет зависит от величины прожиточного минимума пенсионеров. В Тюменской области он составляет 8 846 рублей. Социальную доплату получают только неработающие пенсионеры. Перерасчет не требует личного обращения в пенсионный фонд. У нас общая численность попадающих в категорию по перерасчету 50 414 человек в Тюменской области, но реально коснулось 44 тысяч, потому что часть факт работы был. 55 человек. Ну, еще одна новость. Все участники-инвалиды Великой Отечественной получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей до 9 мая. В Тюменской области их 365 человек.